Привет, меня зовут Тед, и сегодня я продолжаю записывать новую порцию советов, идей и рекомендаций для вашего здоровья и красоты. Сегодня я расскажу об очередном народном рецепте, как избавиться от перхоти. У меня уже несколько рецептов и будут еще рецепты, поэтому кто хочет в своей коллекции иметь несколько рецептов народных от избавления от перхоти, следите за моими новыми видео. Итак, рецепт будет очень простой. И для него нам будет необходим качественный, дорогой яблочный уксус. Натуральный, конечно же, натуральный, чтобы в оглавлении на этикетке не было ничего, никаких ЕЕЕ, там, не забудьте об этом. И это касается всего вообще, масел и так далее. Желательно, чтобы там ничего не было. Натуральный яблочный уксус. Возьмите в соотношении 50 на 50 подготовленную воду, фильтрованную, еле тепленькую. Желательно, чтобы она не была жесткой. И яблочный уксус. В соотношении 50 на 50 возьмите, нанесите на волосы. В принципе, можно подержать 15-20 минут. Можно даже полчаса подержать эту массу. И после этого смойте. Если ваши волосы нормально будут переносить такое соотношение уксуса и воды, даже можно такой раствор использовать иногда для мытья волос. Но лучше изначально подержать просто 15-30 минут этот состав, который вы втерли. Вот так вот в корни втирайте, мочите ручки и вот так раз-раз-раз-раз втирайте на головку. Даже этот раствор поможет избавиться от зуда. Если кто-то постоянно чешет голову, то вот такой раствор поможет и с этой проблемой. Поэтому обязательно возьмите себе на заметку. Конечно же, примерно в 80 случаях такой целебный состав, очень простой, избавит вас и от перхоти. Поэтому обязательно попробуйте и можете отписаться в комментариях, получилось ли у вас избавиться от перхоти какими-то из предложенных мною рецептов. Все, будьте красивы и смотрите мои рецепты дальше. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Рад буду ответить на них. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Удачи вам и мир всем!